И всем снова привет, это снова я, и добро пожаловать на новый ролик по игре Гренни. Собственно, я этот ролик уже снимаю не через эмулятор, а прямо через телефон. Я вообще-то его пытаюсь снять уже давным-давно, и это уже как бы не тестовый ролик с телефона, как я сначала планировал. Это уже не тесты, я его уже посмотрел результат и знаю, что звук здесь записывается идеально. Не так, как на предыдущем телефоне. Это я ведь из-за чего через эмулятор-то записывал, чтобы звук записывался нормально. А здесь и микрофон нормальный, и этот, запись игрового звука тоже нормальная. Вот только тут проблема, динамик установлен так, что я, когда играю, я его прикрываю маленько, и поэтому... Могут быть шумы и запись тихая. Вот сейчас возможно. Ну ладно, сейчас попытаюсь. Так. Что я хотел показать? Я хотел тут новую концовочку показать в этой игре. Потом еще в монашке обновление вышло, я его тоже никак не засниму. В следующий раз в монашку поиграем. Так. Сливаемся раз. Так, самое главное, мне надо как-то удобно поставить телефон и записывать. Ну, или взять его в удобное положение, так, чтобы играть было удобно, и на динамики пальцы не попадали. Ну, ладно. Так. Сливаемся второй раз. Самое главное, чтобы сейчас нужную концовку показали. То сейчас могут показать не ту концовку. Еще сейчас в Гренни я никак не мог эту концовку нормально показать и прочее. Из-за того, что тут она в последнее время игра какая-то баганутая стала. Здесь баги в концовках. Типа начинается вот концовка плохая и тебя выбрасывает в самое начало, в начало. Но ты потом все равно вздыхаешь. Вот что-то вроде так того. Вот такая вот фигня там есть. Вот это был пример того самого бага. Я потому что не так стал, как надо. Во-во-во-во-во. Во. Вот они, зловредные баги. Если сейчас эта концовка забагается, я ее показать не смогу. Я уже задолбался с этими багами. Пофиксите баги, пожалуйста. Хотя я этот баг и сам могу сделать. По собственному желанию. Во, все. Это был последний день, но надеюсь, что сейчас я не забагаюсь. О, вот она, та самая концовка, я не забагался. Ура. Вот смотрите, короче. Я стою над этой вот дырой. Оглядываюсь. А тут бабка Гренни. Смотрю, дыра, понимаю, в чем дело. Она дает мне леща, только уже просто рукой. Я падаю и в капкан. И гейм овер. Такая вот концовочка. И еще тут прикол добавили в главном меню. Сейчас, подождите, я забыл только, как его делать. Так, про капкан вы, наверное, знаете. О, во-во-во-во-во, Тедди вылез. Во. Вот какой тут новый прикол появился. Ты тут как-то надо нажать по-особенному, и вылезает Тедди. Во, вот как-то так вот внизу экрана вроде надо проводить, чтобы его вызвать. Только надо подождать маленько, он не сразу появляется. Ну-ка. О, да, я его вызвал. Так, ну все.
На этом ролик, пожалуй, подходит к концу. В следующий раз, как я уже сказал, мы поиграем в монашку. Там тоже было крупное обновление. Ну все, пока.